Традиционно маршрут шествия пролегает до площади на Южном Малом Урпорта. Первомайский парад станет причиной изменения схемы дорожного движения. Площади у Зимнего театра и на Южном Малу будут закрыты для движения машин с 9 утра 30 апреля до часу дня 1 мая. А непосредственно в праздничный день с 10 до 13 часов перекроют курортный проспект и прилегающие к нему улицы. В центральный район в это время можно будет попасть через улицу Фабрициуса. Также в это время на основных и прилегающих к маршруту шествия улицах будет усилена работа эвакуаторов.